А кто приказал схватить? У меня 5 обоим. Это не может не радовать. Опчку, иди ко мне. Чик. Где он, блядь, дышит, сука? Yeah.
Их двое. А я смогу аккуратно вылезти и скрытно его тыкнуть? Или я вылезу, и он мне пиздов даст? Ладно. Сука! Ладненько. Так, у нас прачечный. Что осталось? Пилочка. Быть экономной. Тоже больше на меня не пахнет, а не вылезет. Отлично. Жить буду. Если не буду тупить. Ой, а тут что-то открыть нужно. Мило. Нахуя я это сделала? Блять, в итоге осталось ровно с таким же количеством хп, с которым пришла, блять. Ебанутая! Ладно. Хорошо. Один. Нет. Ой, сейчас что-то будет, да? Блять! Моя лучшая рука. Блять. О! У хпшечка. Правда? Блин. Так.
сюда. А второй где? Ну? Я тебя слышу, падла. А, вон он стоит. Ну я себе там приныкался. Спиной стоишь? Или передом, блядь, нихуя не видно. Блядь, ладно, дрочись там сам. Я пошла. Так, вернемся в прачечную. Возьмем хилку и не будем открывать стиральную машинку. Пропал? Да, он обиделся на меня. Ну и флаги в руки, топор в спину и трипера в жопу для ускорения. Блин. Что-то тут по новой делать. Авто. Ну давай, вылазь, я готова. Ну, дальше. Shit.
Идеально. А тут прыгнуть можно? Нет, не хочешь. Ну ладно. In medical. Keep going to the back exit. I'll contact you there. Ладно. Это что-то крупное крыхтело. Неужто это тот самый босс? Found one of those gloves that Captain Ferris had. That's a grip. Bastard guards love to use it on us inmates. Yeah, I remember. But it's good. It works on all sorts of things to do. Go on, give it a go. Yeah, will do. Так. Блять. Ладно. Хуй с вами, с волосами. А чё хватать-то?
Я должна была вот этот ящик швырнуть. А тут почему не ломается? Интересно. Допустим. Заманись, блядь. Да чё вы мне всю руку открываете? Голову оторвите. Она всё равно нихуя не соображает. Так, если нам туда, что у нас тут? Ну что, голограммы? Вот, вот так надо пугать. Всякие там атмосферы, хуё-моё, это, конечно, здорово, но, блядь, лучше старых добрых скримеров еще ничего не придумали. Да ёшкин кот, ну чё ты разворачиваешься как даун? Сука, почему? Почему мне, блядь, не дают настроить резкость разворота, блядь, резкость камеры? Сука, как меня это бесит, блядь. Мне бесит не то, что меня постоянно убивают, а то, что, блядь, развернуться адекватно не могу. Вот что это, блядь, такое? Пока развернешься, тебя 10 раз выебут. Причем во всех возможных позах, блядь. Ууу, сука. Разбей нахуй. Иди сюда. Ah!
блядь, не уворачиваюсь. Да уворачиваюсь я, блядь, тебя уворачивать нельзя. Сука ты такая. Экономными. Чего там блок, блин, убери. Если я... Прошу вот это. Возьму вот это. Короче, понял. Нахуй мне это не нужно. Верни мне цацку. Цацку. Басратушки? Нет, больше не работает. Ага. Где еще один? Должен же быть еще один щеблик. А тут больше хилок нету? Ой, тоже хороший вопрос. Чего я могу вот эту взять? Дайте мне эту хилку. Да она висит, блядь, нахуй никому не нужна. А, то есть ты прям голыми руками вытащил, да? Ой, как они вот эти вот подщечинами, блядь, мне руку оторвали. Блядь. А сохранение было после босса? И не босса, кто он там, блядь? Нет, походу. Иди, Саша, нахер, да? Да. Ладно. Давай свой скрипт. Thank you.
Ух, а я начинаю хорошо справляться. Так, раз, два. Подожди, еще же были. Так думаешь? Ищи, блядь. Что мне нахуй не нужно в данной конкретной ситуации? Мне нахуй не нужен. UGC Printing at your service. Вот это продай. Угу. Это же продай. Угу. Это возьми. Угу. UGC Printing. Have a united day. Экономия должна быть экономной. The choice is yours. Так, да. Ищите. Да ёбаный рот этого казино, блядь, иди нахуй. Во, я в кличке героюсь, что там? Блять, как мелко-то, а? Майнапом после успешного блока. Зимом. Продолжительность рукопашного комбо. Что это такое? Давай вот так.
night and day. На сколько патронов увеличится? Думаю, на парочку. Что ли попробовать? Executing. Вряд ли этой хоть только удалось буду. Правый бампер, чтобы осуществить усиленную рукопашную атаку. Окей. Наносит большой урон, можно убить несколько врагов и отбросить их намного дальше. Хорошо. Ну-ка, ёбни. Ага, ну это надо будет сразу после уворот сделать. Так, точно. Мы всё сделали? А откуда я пришла? А разве тут что-то лежал? Ладно. Unit online. Милая гирлянда. Ладно. Сейчас, Джейкоб, потерпи. Ну, попахивает слегка. Вот это.
Вот это. Чего? Это кто такой весельчак? Блять, ох уж этот цветной туман. Looks like it's busted. Get inside. I can drive it from here. You sure about that? Gonna lower you down nice and easy. Brakes don't look too good. Elias! I'm trying. One of the motors shorted out when I transferred power. Stop the cab! Stop it! Elias! The system's not responding. You've got to do it manually. Wait, what? How? Ничего, что вся эта хуйня тебе прям в лицо летела. Смотрю. Ясно. Нихуя себе. Ясно. Нужно аккуратно пользоваться. Что иметь в виду?
Да, да иди, блядь, иди, 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 иди. Падла. Хилку, блядь, дала, что ли? Просто на писечке. Спасибо. Это именно то, что мне нужно было. Да, блядь, ну вы заебали, сука, я там должна была заметить, падлу это, как зацепить, сука! Беги ты, блядь. О, господи. Так, если есть ШП, значит кого-то на них можно насадить. Выходи давай, чертила, я знаю, что здесь где-то есть. Сейчас нормально. Я не понимаю, почему после 50-й минуты начинаются какие-то помехи.
Так, что мне там дали хилку? Да, мне дали хилку. Блядь, почему все так мелко? Мысли. Нахуй мне столько патронов не нужно? Или нужно? Знаешь что? Выкинь, пожалуй, вот это. Сохранение — это хорошо. Так, трое их там. Да, вроде только трое. Это можно забить, тихонечко подойти и ёбнуть, а с этими, я думаю, разберусь так. Блин, даже пока не развернусь так. Я маленькая. Ну-ка, мышку. Нет, нельзя! Крышку снял. Не пустая. Точно. Чего хорошо нельзя, блядь, как ты ёбнуть, братенька? Давай разворачивайся. Давай отвернись. Ну резче. Ты не в ту сторону. Тебе, блядь. Да. Отлично. Whoa!
Блять, нет, 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 нет. Есть курить вас тут. Ой. Да ладно. Ладно. А можно было просто всех понасаживать на шипы и не вот это вот не совокупляться. Но зачем? Интересно, а этих харкуш хватать можно? Можно предохранитель, да? Да. Где его взять? Неплохой вопрос. Ты предохранитель? Да. Я думала, это хуйня для перчатки. А нам где-то еще до этого нужен был предохранитель. Я не помню где. Не помню, что нужен был. Так, подожди, а нам не сюда ли надо? Нет. Я понял. Да ладно.
чекпоинт будет? Откуда там орут? Там нет никого, я всех зачистила. Can you hear me? О, чекпоинт, спасибо. Так, ладно, а на этом, пожалуй, все на сегодня. Спасибо за просмотр. Удачи, до свидания.